Глава 12. «И скажет в день тот, славлю тебя, Господи, ты гневался на меня, но отвратил гнев твой и утешил меня». Нам всегда должно благодарить Бога, как прогневавшегося, так и примирившегося с нами, потому что из такого гнева происходит совершенное примирение. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое, Господь, и Он был мне во спасение». Этим пророк указывает на некоторый долг, который мы погасили, и потому теперь стали веселыми. Второзаконие 10.12. «И ныне, что говорит, просит Господь Бог твой от тебя, чтобы ты только боялся Его, любил и хранил заповеди Его. И в радости будете почерпать воду из источников спасения, и скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его, пойте Господу, ибо Он соделал великое, да знает это по всей земле. Веселись и радуйся, жительница Сиона, ибо велик посреди тебя святый Израилев». Здесь присоединяются еще и другие слова. «Веселитесь, радуйтесь! Всех, говорит, призовите во свидетельство, и всем укажите, чтобы все познали не стыдиться меня, но призывать свободно».